Новосибирск принял автопробег Владивосток-Луганск. Наш город стал 10-м на маршруте путешествия через всю страну. Компанию экипажу одной из машин составил Станислав Блинов. В ящике, вот, в картонке, гуманитарная помощь. Ну, рюкзаки наши. Вот. Основная часть гуманитарки, она в микроавтобусе вот стоит. Да, потому что он не самый вместительный. На улице едва рассвело, а участники автопробега готовы двинуться в путь. Впереди дальняя дорога, а время не ждет. Из Владивостока две машины стартовали 28 января. Позади остались Благовещенск, Томск, Барнаул. В Красноярске нам ассоциация коренных народов передала. Они профессионально делают это все в вакуумной упаковке, сушеное оленье мясо. Это в виде чипсов, тоже мясной. Мы пробовали, очень вкусно. На передовой это же с собой не понесешь же большие наборы продуктов. А это сухое мясо, оно и сытно, очень и легко, и там в карман положил, и вообще проблем нет. Мед везем. Солтай, мед передали, да, тоже коренные там занимаются. Школьники письма передали. В числе прочего в багажнике лежит и бензопила. Подарок бойцам спецоперации от ветерана Великой Отечественной из Томска. Бейте националистов, бейте, чтобы от них пух летел. Свой вклад внесли новосибирцы. В Новосибирске партия груза пополнилась тепловизионными накидками от Совета отцов и медициной. Пару коробок гемостатиков, кровоостанавливающих веществ, как говорят, одни из лучших, если не самые лучшие в России нашего новосибирского производства. Передали бы и больше, но уже сейчас видно, что машины загружены практически под завязку. И даже часть груза пришлось отправить вчера почтой для того, чтобы хватило места для всего остального. В команде 7 человек. В путь отправились на личных машинах после серьезной подготовки. Автопробег поддержали в Союзе коренных малочисленных народов и в Российском историческом обществе. В телеграм-канале участники автопробега ведут дневник путешествия. Весь пробег, он и должен связать, да, чуть ли не две крайние точки страны, связать вот этой нитью, да, всю страну, все города, показать людям, опять же, в том же Луганске, что вот они не одиноки. За 2 недели, проведенных в дороге, путешественники одолели больше 5000 километров, впереди еще около 4, а домой, во Владивосток, участники собираются вернуться примерно через месяц. Станислав Блинов, Александр Ведерников, Новости ОТС.